Лев Семенович Ануфриев сегодня почти не выпускает телефон из рук. Повод солидный. Мужчина отмечает 101-й день рождения и принимает поздравления. Признается, несмотря на то, что живет уже больше века, самочувствие отличное. Знаете, как новорожденный вот, младенец себя чувствует, вот. Но получше немного, да. В годы Великой Отечественной войны Лев Семенович был командиром пулеметной роты, а День Победы встретил на территории современной Калининградской области. Затем завершил медицинскую академию и работал патологоанатомом. А в 1971 году приехал в Куйбышев, став одним из самых квалифицированных и опытных в своей профессии. Работать закончил в 2007 году, но до сих пор поддерживает связь с коллегами из онкодиспансера. С товарищами, друзьями в онкоцентре до сих пор. Я связь не прекращаю, потому что они ко мне очень хорошо относятся, я к ним хорошо отношусь. Там, да, там мои ученики остались, да, вот, возглавляют это патологоанатомическое отделение. Пришел поздравить почетного ветерана и исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Лев Семенович, несмотря на перенесенный перелом ноги этой весной, гостей все равно встречает стоя. От всей души вас поздравляю с днем рождения. Да. От лица губернатора, от жителей Самары, тебя тоже лично. Спасибо. Иван Носков вручил подарок Льву Семеновичу, пообщался с ним и пожелал здоровья, благополучия, а также встретить следующую юбилейную дату – 105 лет. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.